Советник Министерства экономического развития Украины Дариус Тамаускас прочел лекцию студентам-медикам. Несмотря на молодость, эксперт уже успел добиться успеха. С этим посылом он и приехал на встречу с будущими врачами. Моя главная цель всех этих мероприятий, которые я провожу уже не первый раз в Одессе, это немножко вдохновить местную молодежь, чтобы она имела более широкое мировоззрение, не сфокусирована на Одессе или на Одесской области, а смотрела шире, на уровне Украины или даже на уровне мировой, там, больше на глобальный, на Европу и тому подобное. Потому что немножко есть эта проблема, люди немножко локально мышляют. После Медина Дариус планирует встретиться еще и с будущими одесскими юристами. Кроме мотивации, на своих лекциях молодой литовец обсудит со студентами будущее нашей экономики в рамках евроинтеграции. Приехал я в Одессу на пару дней, где у меня есть пару мероприятий про разные темы, про карьерный рост, про экономику страны, в каком состоянии мы сегодня находимся и как из нее выйти на лучший путь.